Ставь лайк за 2 секунды, если ты любишь играть в мобильные игрушки. Считаю. Раз, два. Кто поставил лайк, умничка. Всем привет. Меня зовут Алексис. Я собрал для вас крутую подборку. Начинаем с игрушки Prison Break. Это у нас очень прикольная игрушка, где мы с вами играем за этого Стикмана, который должен убежать из тюрьмы. Ну что ж, давайте поможем моему, ребятушки, с вами это сделать. Так, давайте-ка выберем, наверное, этот вот вариант. Так, такая спокойная какая-то музычка. И смотрите, он засыпает, ребят. Он засыпает, это хорошо. Так, ну все, спи, спи, конечно. Спи хорошо, не вставай. Так, что сейчас? Сейчас я думаю, что нам нужно как-то сделать так, чтобы что-то случилось с этими бумажками. Давайте-ка мы, может быть, включим вентилятор. О, смотрите, ему прямо в лицо бумага прилетает. Мы пока что пользуемся моментом и быстренько пробегаем. Отлично. И что же нам сделать сейчас? Так, следующий вариант. Главное не налажать. Так, а если мы сделаем так что-то с фотографией? Так, опа, мы скинули фотку. И... О, нет, ребятки, это было неверное решение. Какой же мне вариант лучше здесь выбрать? Либо остается этот, либо вот этот. Ну, давайте-ка возьмем то, что посередине. Так, ваза. Мы ее бросаем. Он пугается и падает в обморок. О, отлично. Знаете, вот сложность этой игры заключается в том, что здесь у нас 3 варианта. То есть обычно в таких вот играх 2 варианта, а здесь у нас прям целых 3. Но ничего, мы с вами как-то, ребятушки, отсюда удерем. Так, смотрите, ключ, либо пилка. Ну, давайте-ка выберем, допустим, ключ. Так, это у нас, в принципе, самая первая миссия. Так, неужели ключ не подойдет? О, отлично. Пока что все верно. Здесь иногда нужно, ребятушки, опираться на нашу логику. Так, смотрите, девушка полицейская красит губы. Ну, может быть, она боится тараканов. Ну, обычно девушки боятся тараканчиков. Сейчас посмотрим. О, да, ребятки, пока что все верно. Это очень хорошо. Главное нам еще и сейчас выбрать правильный вариант. Так, мне нужно попасть сюда. Я думаю, что красная карта нам нужна. Нет, неверно. Скорее всего, что зеленые. Но это мы уже узнаем в следующий раз. Merch Gun Run. Классная, ребятушки, игра, где мы с вами должны собирать пистолетики. Вот такие вот. И в конечном итоге нам нужно будет сразиться, ну, типа как с боссом или что. Так, с боссами даже, я бы так вот сказал. Так, отлично. Неплохо, неплохо. У нас здесь довольно-таки много пушек получается. Так, у нас есть пушка 32. Так, давайте-ка мы, наверное, их объединим. О, смотри, какая крутая пушка. Так, эти мы еще пообъединяем. Восьмерочки и вот так вот. Все, это пока что все, что я могу объединить. Так. Здорово. Смотри, мы, получается, с тобой уничтожили... Это у нас Хаги-Ваги, да? Идем дальше. Дальше у нас радужный человечек. И после каждого уровня нам дают вознаграждение. То есть раньше до обновления такого не было. А после обновления вот появилась вот такая вот прикольная, замечательная плюшка. Мне, если честно, это новшество, ребятушки, нравится. Прикольное. Так, вот еще объединяемся. Сейчас мы, ребятушки, еще с вами прокачаем нашу пушечку. 16-ку. Так... Или нет? Блин, наверное, что не прокачаем. К сожалению. К сожалению. Так, ну ладно. Зато сделаем вот так вот. 32. И пока что все. Пока что все. Снова выигрыш. Так, снова дополнительные какие-то нам денежки. Смотри, радужного человечка мы уничтожаем. И следующий уровень — это бой с боссом. Это, ребятушки, последний уровень в чаптере 2. Это у нас получается чаптер 2. И когда мы его пройдем, у нас откроется чаптер 3. Так, давайте-ка мы прокачаем денежки, чтобы больше денежек зарабатывать. Вот еще двоечку соберем. Так, прокачаем нашу двоечку. Отлично. Ребят, я вообще эту игрушку обожаю. Она очень крутая. У меня, кстати, есть канал, который называется Алексис. Это довольно-таки молодой канал. Если я не забуду, ребятушки, я оставлю ссылочку на него в описании. Там я играю исключительно одно видео, одна игра. Если вам нравится такой формат, то вы можете подписаться на мой канал. И мы там будем с вами тоже, ребятушки, весело проводить время. Здесь у меня получается одно видео, много игр, а там одно видео, одна игра. Так, все, босса мы уничтожили с вами.
Так, открываем сундучок. И мы заработали еще кристаллики. Ну, ладно, давай тогда пройдем еще немножечко. Мы уже стартуем с восьмерки. Классно. А когда мы начинали, то мы стартовали, получается, с вами с четверки. Так, 32 забираем. Эту замечательную пушку. Плюс еще один. Так, есть, прокачали до 4 уровня. Да, довольно-таки много у нас здесь пушечек. Так, этих мы объединяем. 32 и... Fight. Ну, без проблем, побеждаем. Bounce Masters. Ну что ж, нам нужно уничтожить вот того вот паренька. Мы играем за с вами за прокачанного Робин Гуда. Первый пристрелочный, угол 18. Пускай будет и... Это просто, ребятушки, хедшот. Отлично. Ну что ж, давай. Я надеюсь, ты смажешь. Ну, да. Так, а давай-ка мы попробуем вот так вот выстрелить. Еще раз хедшот. Есть. Сейчас будет сложнее, ребятки, в него попасть. А, все? Finish him? Так, ну давай, угол... Давай 21. Блин. Ну, немножко смазал, конечно. Смотри, можно, в принципе, еще раз перестрелять. Так, давай угол 19. Давай. Есть, попал. Со второго раза попал. Четко, ребят, это просто мясо. Brutality. Разорвали мы с вами его, да? Давайте сыграем еще тогда один уровень. Здесь, скорее всего, командная игра, да, то есть их много. И нас тоже много. Ну что ж. Так, первый выстрел за нами. Угол 10. Так, ну, так себе, если честно. Наверное, нужно угол брать 13. Так, надеюсь, что они смажут. Ой, хорошо. Ой, как хорошо. А мы сейчас лупанем, ребятки, по них. Смотрите, как угол 13 и... Бам! Улетели просто. Супер. Вот сейчас попадут. Немножко попали. Ну ладно, ладно. Давай. Так, давай угол 13 еще раз. Есть. Нужно, наверное, выбирать 15, либо 14. Так, мимо. Losers. Так, давай 15 попробуем, да? Давай 15. Опа, четенько. Так, ну и сейчас угол, наверное, 14. 14 нужно выбрать. Ого, ничего себе, не поцелили у меня. Так, ну давай, 14. Давай. Ловите. Да ладно, блин, кто там еще остался? Туда столько стрел летело, и мы с вами, ребятки, не добили того одного. Давай еще 14. Смотри, куча стрел летит. О, все, есть. Finish him, давай. Ну, наверное, 14, да, угол должен быть. Ну, в принципе, попали. Это уже как бы радует, да. Бум. Help Story Brain Puzzle, 18 уровень. Продолжаем не помогать нашим, ребятушки, героям. Так, смотрите, мы достали с вами осьминога. И сейчас мы могли посмотреть рекламу, чтобы помочь, да? Но мы не помогаем, ребятки. И смотрите, все-таки пират его уничтожает, этого человечка. Так, это бонусный уровень только за рекламу, мы его скипаем. Так, смотрите, вор украл деньги, да? И нам нужно эти деньги, получается... Так, что здесь нужно сделать? Спрятать их? Вот тут еще, ребятушки, смотрите, какой-то крестик золотой, да? Так, достаем его. А, он типа откопал его? Серьезно? Нет, я не хочу помочь этому вору, ребятки. Все, он сидит в тюрьме, да. Так, что случилось с этой девушкой? Так, что она хочет? Она хочет, ребятушки, наверное, кушать, да? Так, нам нужно открыть эту вот, этот пакетик и высыпать все, что в нем находилось. Так, сейчас нам нужно это аккуратненько залить водичкой. Ну, это, наверное, какие-то ягодки, да? И заливаем это все соком. То есть, девушка на диете. Так, трубочка. Отлично. И теперь, смотрите, за рекламу мы можем дать ей этот напиток, либо же нет, и она, наверное, станет толстой, да? А, нет, наоборот, ребятки, она стала очень и очень худой. Печально, конечно же. Так, 21 уровень. Что здесь? Так, здесь, короче, что это такое? Так, берем эту штуку. Давай, давай. Да, блин, уже.
Но я так понимаю, ее нужно, ребятушки, поместить вот сюда. Это типа как шприц, да, ребят? Так, закрываем. Отлично. И не помогаем. Все, она уехала. И она очень сильно разозлилась на того паренька. Так, смотри, эта рыбка хочет съесть вот эту вот рыбку. Ну, давайте-ка мы это сделаем. Так, она ее проглотила. Здорово. Ой, смотрите, акула. Хочет уже съесть эту вот рыбку. Ну, давай. Так, проглотила. А акулу кто-то съест? Нет, наверное, акулу, ребятки, никто не съест. Так, не помогаем. Ой, и осьминог съедает ту рыбешечку бедненькую. Хорошо, давай пройдем с тобой еще один уровень. Так, что случилось с этой бедной девушкой? Нам нужно, наверное... Так, а что нам нужно сделать? А, накрасить ей губки, да? Так, нет, мы красить губки не будем. Ее Ой, смотрите, она разбивает просто зеркало. Liar Man. Уровень 10. Кстати, игра обновилась. Очень классная, ребятки, игра. Очень залипательная игрушка. Мне она нравится. Поэтому я решил ее сегодня включить в нашу с вами серию. Так, хорошо. Раньше вот такого, ребятушки, не было. Это вот после обновления только появилось. Так, у нас почти что 200. Чтобы нам проходить дальше, получается, нам нужно... босса уничтожать, да? Ой, смотри. И, кстати, новые скины появились. Вот скин вот этого скелета, его не было, ребят. А сейчас он появился. Я хочу обязательно его открыть. Ладно, давай пойдем налево с тобой. Мне показалось, что здесь больше мы сможем собрать этих вот кружочков. И больше у нас будет уровень. Так, 155. Так, это мы тоже все соберем. Так, хорошо. 200. А ну-ка. Давай. Не допрыгну, наверное, до босса. Блин, как же печально. Еще один уровень, и мы получим скелета. Так, давай прокачиваем нашего паренька. Так, смотри, jump, говорит. Ну ладно. Прыгаем. Неплохо, 140, ребят, уже 140. Так, десяточку потеряли, ничего страшного. Так. И 207. Дойдем до босса, нет? Да вы что, издеваетесь? Я вообще сегодня дойду до этого босса. Хорошо, давай еще один уровень сыграем. Ах ты ж ты, блин, за рекламу только того чувака можно было получить. А почему за рекламу? Почему не бесплатно? Жалко, что, конечно, не бесплатно. Ну ладно. Едем дальше. Прыжок. Тут у нас еще есть бонусная дорожка. Кстати, по-моему, что бонусных дорожек раньше не было, а сейчас есть. Так, 198. До босса не долетаем. Я еще в эту игрушечку не играл, она называется Draw Army. Смотри, нужно нарисовать линию. Ну, окей. А, еще одну линию. То есть это, получается, наши солдатики, которые нападают на базу. Вот еще пулеметчики какие-то есть, но мне кажется, что их нужно было ближе где-то поставить. Хотя, не знаю даже, ребятушки, они и не пригодились нам, те бойцы второго уровня. Мы, получается, с вами освобождаем Соединенные Штаты Америки. Так, смотри. Так, выставили наших этих бойцов. О, видишь, они уже стреляют. Отлично, можно сюда еще поставить парочку. Так, можно выбрать наш автомобиль еще. Ну, типа как бы БМП, да? Все, это Голливуд, ребят, мы с вами освобождаем Голливуд. Ну что ж, что сейчас? Давай мы выберем таких вот наших бойцов, обычных, простых. Кстати, один человечек стоит 7 баксов, ребят, довольно-таки много. Так, давайте-ка выберем несколько пулеметчиков, поставим. Если вдруг на нас кто-то захочет напасть. Так, я думаю, что нам тоже нужно БМПшечку выбрать, ребят. Так, пум-пум, получи. Так, давай-ка, человечки. Ну, эту базу уже будет довольно-таки сложно, мне кажется, захватить. Давай, зачищаем территорию. Снова пехота пошла, ребятки. Давай, пехота работает. Давай снова пехота. А я могу их где-то вот сюда вот ставить? Нет, только по зеленой линии я могу их, ребятушки, выставлять. Так, это мы захватили, отлично. То есть главное захватить базу. Видите, базу захватываем и ближе подходим к противникам.
Ну, мы его чисто, ребятушки, пехотой с вами взяли. А это у нас последний привет-сосед. По-моему, он называется Диарис. Как-то так. Итак, смотрите, что-то у нас здесь есть бесплатно. Что-то у нас здесь есть за рекламу. Так, ну ладно. Давай-ка будем с тобой пытаться проходить эту миссию. Так, хорошо, выходим тогда отсюда. Дверь заперта у нас. У нас выход только сюда. Так, и мы с тобой находимся в доме нашего соседа, да? Это дом нашего соседа? Я уже просто не помню. По-моему, что да, ребятки. Или вот его дом. А, вот его дом. Не-не-не-не-не. Вот куда нам нужно идти. Так, и смотрите, этот парниша, он забыл, кто он такой, и нам нужно сделать так, чтобы он вспомнил. Так. Хорошо, идем тихонько. Стрелочка показывает, что нам нужно в гору подниматься. Так, здесь камера слежения. Нужно, наверное, открыть щиток и выключить свет. Так, хорошо, вот у нас ключик какой-то. Так, а здесь я могу просто как бы спрятаться от соседа. Эта дверь заперта. И здесь тоже заперта. Так, ну ладно, может быть, нам тогда на низ. Стрелочка подсказывает, что нам уже нужно в другую сторону идти. О, вот что нам нужно сделать. Так, ну отлично. Берем эти штуки. Ой-ой-ой, как здесь много всего. Как здесь много всего прикольного, да? Так, ну нам нужно эти вот штуки собирать, по идее, да? Механизмы. Так, хорошо. А много? И вообще, где наш сосед? А, стул можно брать. Машинка какая-то. А можно взять машинку? Мне нужно, наверное, сделать фото. Так, все. То есть, видите, ребятки, мы делаем с вами фотки и потихоньку вспоминаем, что с нами происходило. Кто знает английский, можете остановить и прочитать, что здесь вот написано. Так, смотрите. То есть мы играли с вами, когда были маленькие, играли в машинку. То есть в первой части «Привет, сосед!» нужно было играть за этого паренька. А сейчас он вырос, получается, ребятки. И мы с вами прошли эту миссию довольно-таки легко. «Растение против зомби 2», ребятки. Это наша с вами и миссия. То есть, скорее всего, что мы будем сражаться с боссом. А какие растения мы будем выбирать? Только те, которые нам, в принципе, дают. И все. Ну, ладно, ладно. Ну, ребят, у нас есть деньги. Это уже хорошо. Так, можно сделать ускорение. Так. Оставляем нашего орешка. Тебя сюда. Заморозочка. Так, эту штуку я хочу забрать. Так, давайте-ка мы сделаем вот так вот. Отлично. Я хочу поразбивать эти вот штуки, просто они мне не нравятся. Так, давай еще раз. Так, минка. Ой-ой-ой-ой. Ничего себе, какой он быстрый, да? Так, на, лови. Знаете, когда есть деньги, играть очень круто тогда. Так, давай еще минку поставим. Бум. Так, тот рванул, тот, наверное, не успел. А, блин, они не успевают активироваться, ребятки, эти минки. Ну ладно. Можно тогда их ставить, ребятки, за нашими орешками. Заморозку здесь будем выставлять. Так, хорошо. Так, ловите, зомби. Ловите, ловите. Еще ловите удар. Ну и ребят... Да вообще изи-катка, если честно. Максимально изи-катка. Здесь даже, в принципе, и без щитов можно было без проблем выиграть, ребят. Без щитов. Что здесь вообще побеждать? Смотри. Смотри, сколько наших. Сколько вражеских здесь перцев. Так, давай еще так вот ударим. О, босс идет, наконец-то. Так, наконец-то босс. Так, давай-ка мы эту штуку купим. Так, ну что, босс, лови. Так, лови еще и еще раз. Так, мы его немножко заморозим. Так, ну, тебе орешек. Берем эти штуки. Ой-ой-ой-ой. Так, мочим. Так, он еще жив, да? Все, ребят, босс повержен.
Мы его с тобой одолели вообще на изи, если честно. Stumble Guys. Давненько я, ребятки, не играл в эту замечательную игрушку. Итак, смотри, нам нужно дойти с тобой до финиша. Попытаемся, конечно же, это сделать. И, кстати, у меня новый прикольный скин. Ребят, да, я пингвин. Я играю за пингвина. Так, хорошо. Проскакиваем и... К сожалению... Да, ой, фу, к счастью, точнее. К счастью, мы не свалились с вами. Так, это хорошо. Так, прыжок и бью, поехали. Но мы же все-таки с вами пингвин. Мы же все-таки пингвины, мы очень круто плаваем. Так, ну что ж, главное не слететь отсюда. Так, тут эту штуку можно было перепрыгнуть. Ну, ладно, поплыли. Прыжок! Блин, снова не перепрыгнул ее. Ну, это печально, конечно же. Но пока что, ребятки, радует то, что еще как бы никто до финиша не дошел. И мы тоже, в принципе, до финиша пока что еще с вами не доплыли, да? Так, опа. Пока что прямо очень хорошо, ребятки, мы с вами играем. Так, подкатик. Ой-ой-ой, врезались. Да ладно, не может быть, чтобы я был один из первых. Ой, блин. Так, нужно в кольцо попасть. Ребят, нужно с разбега попасть в кольцо. Так, давай. Да ладно. Что? Я не... Так, я уже возле кольца был. Ну, давайте, ребятки, попробуем с вами еще раз. Эта карта, мне кажется, ничем не легче, чем та, что была. Ну, ладно. Попытаем удачи, ребят. Погнали. Надеюсь, что на этот раз мы с вами придем вовремя. Так, прыжок. Пока неплохо. Пока мы с вами аккуратненько обходим все эти препятствия. Так, если бы еще бомбочки эти не взрывались, ребятки, они нам реально немножечко всю малину портят. Так. Опа, хорош. Так, ну, где-то, наверное, половина пути мы уже с тобой прошли. Я думаю. Так, бомбочкой, пожалуйста, не взрывайтесь. У меня под ногами? Да ладно, я вообще на этот раз пришел первый, ребят. Смотрите, я самый крутой. Кто самый крутой? Алексис самый крутой, да. И, опа, победа. Coin Masters. Очень крутая залипательная игрушка, где мы с вами играем за человечков. Нам нужно собрать как можно больше их. И сражаться, конечно же, с противниками. У нас цвет получается типа такой ярко-голубой, а у нашего противника красный. Все очень легко и просто. Так, и сейчас мы, наверное, с вами сможем дойти до сундучка. Отлично. Я люблю доходить до сундучков, потому что это дополнительные денежки. И, кстати, сейчас посмотрим, или мы с вами можем купить себе следующий скин. Немножко не хватает, ребятки, совсем чуточку не хватает нам для того, чтобы купить себе новый скинчик. Так, ну, ладненько. Давай-ка мы с тобой пройдем еще через врата плюс 100. И тут, наверное, у нас будет сражение с боссом, мне кажется. Так, плюс 60. И это босс? А нет, это не босс. Это снова сундук, может быть. У нас достаточно денег для того, чтобы купить себе новый скинчик. Так, store. Давайте-ка вот здесь мы кого-то приобретем. Так, о, ничего себе, это какой-то пришелец. Так, ну и прокачаем доход, чтобы мы могли заработать немножечко больше денежек. Я же говорю, ребят, эта игра очень классная. Прям, ну... залипательная, максимально залипательная игрушка. Мне она безумно нравится. Ребятки, я бы, кстати, я посоветовал бы вам подписаться на мой новый канал. Я, скорее всего, оставлю на него ссылочку в описании. Канал называется Алексис. Там я играю одно видео по одной игре. Если вам нравится такой формат, да, то обязательно переходите, подписывайтесь. Там я играю эволюции. Я думаю, что, может быть, на тот канал я засниму, ребятки, серию исключительно по этой вот игре. Поэтому, если вам нравится эта игрушка, хотите посмотреть прям всю серию по ней, то просто переходите по ссылочке в описании. Я, скорее всего, оставлю на нее, на свой канал ссылку. И подписывайтесь на мой новый канал. Там подписчиков пока что еще не очень много, но я думаю, что со временем самые активные мои подписчики, они туда подтянутся. И, в принципе, ребятушки, мы и там с вами будем играть прикольные, различные прикольные игрушечки. А здесь мы играем, ребятки, в разные игры. Здесь у нас их очень много игр, прям очень много. Мы играем, вот, допустим, сегодня у нас вообще большая подборка, 12 игрушек. А там, ребятки, будет исключительно только одно видео, одна игра. Короче, вот такой вот формат. Кому нравится, переходите и подписывайтесь.
Влад энд Ники Ран. Ну что ж, давайте мы сначала поиграем с вами за Влада, и Ники пускай попробует нас поймать, если, конечно же, он сможет. Так, активируем наш скейтборд. Отлично. Мне кажется, что с ним я как-то лучше прыгаю, да, выше. Или нет? Ребят, это прикольный раннер, потому что здесь у нас имеется 5 полос. Ну, то есть, вот пока что 3 полосы, но потом добавится еще. Так, подкатик. Отлично. Посмотрим, если мы будем очень долго играть, то я сыграю одну жизнь. Good. Ну что, Ники, не можешь ты меня поймать, да? Ребятки, если кто-то из вас досмотрел до этого момента, но еще не поставил свой лайкосик, пожалуйста, ставьте. И я буду вам безумно благодарен, если вы еще подпишетесь на мой канал. У меня на канале, ребятки, каждый день выходят вот такие вот подобные видосики, где мы с вами играем в разные игрушки. Так, ой, поезд, аккуратно. Чем-то игра напоминает Subway Surf. Мне кажется, что эта игра была слизана с игрушки Subway Surf. Ой, извините, ребят. Закашлялся немножко. Ну да, когда, знаете, долго комментируешь, что прям горло пересыхает. Мне нужно было с собой взять какой-то, наверное, чаечек. И хлебать чаечек, когда у меня вот такое вот происходит, да, в горле. Так, мы, к сожалению, с вами упустили ботиночки. К огромному сожалению. Да, ребятки, играть мы будем только одну жизнь, потому что мы и так уже сегодня 2 рекорда с вами поставили. И я думаю, что это еще не вечер. Мы еще, наверное, несколько здесь поставим. Ну, как минимум еще один. Так, давай. О, вот видишь, смотри, perfect. Так, мы с тобой рюкзак получили. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, чуть не врезался. Фу-фу-фу-фу-фу-фу. Игра, ребятки, ускорилась, прям жестко ускорилась. Так. Все происходит очень и очень быстро. Аккуратно, аккуратно. Ой-ой. Так, он меня практически поймал. Блин, ребят, мы врезались. 456 survival, и мы с вами сыграем челлендж. Так, я люблю играть, ребятушки, челленджи вот в таких вот игрушках. Так, первая миссия, смотри, нам игрушка дает бустер. Так, это что такое? Что она нам даст? А, дополнительное время? Ну, в принципе, у меня и так достаточно времени. Смотри, нам нужно просто перетягивать канат. В той миссии не было ничего сложного, просто нужно было быстренько тапать по экрану и все. Так, сейчас нам нужно сделать так, чтобы шарик был как можно ближе к стене. Так, ну что ж, наш противник стреляет. Так, и наш шарик ближе. Это значит, что нам плюсик, ему минус. Так, вторая попытка. О, смотри, как круто, на десяточку. Так, ну уж давай. Если он сейчас мажет, все, ребятки, мы выиграли. Если у него ближе, то ничья. Так, да, наш был ближе, поэтому мы выиграли. Так, что сейчас? А сейчас у нас просто уровень... О, смотри, тоже с бустером. Огромное спасибо, игрушка, тебе за бустер. X2 скорость, то, что нужно. Так. Стоим. Смотри, где они, а где мы. Мы очень быстрые, ребят. Мы прям сейчас за 2 раза добежим. Ну, за 3, хорошо. За 3 раза мы точно добежим. Так, есть. Огромное спасибо игре за эти бустики. Я прям безумно счастлив. Так, следующее. Открой коробку. Ну, откроем с вами вот эту вот коробочку. О, это у нас прям звездочка получается. Ну, мы сейчас быстренько ее обведем. Кстати, ребятки, вы смотрели сериал «Игра в кальмара»? Я... обожаю этот сериал, мне очень сильно он нравится. Я жду с нетерпением 2 сезон. А может быть, он уже вышел, ребят? А он случайно не вышел? Надо в интернете посмотреть. Может быть, он уже и вышел. В принципе, я не в курсе. Но первая часть мне понравилась очень и очень сильно. Так, хорошо, и последняя, 5-я миссия. Тут нам тоже, в принципе, игрушка бустик подбрасывает. Так, бустик сканер. Это прям очень легко. Так, погоди. Мьюзику мы врубаем. Так, вот наш сканер. И так, я какой? Я первый, да? А, нет, я не первый. Ребят, ну мы с вами видим, в принципе, все здесь, да? То есть, где, куда можно вообще прыгать. Так, ладно. Давай. И смотри, все, без проблем. Мы с тобой заработали 1000. Хоть и игрушка называется «Страшная училка», но я думаю, что здесь нет ничего такого прям ужасного. Ребятки, у нас зимнее время.
Хотя, конечно, не знаю почему. Почему здесь зима? Ну, ничего, давайте постараемся выполнить. Постараемся выполнить эту миссию. Так, мы будем играть за этих пареньков, и они будут пакостить нашей мести. Итак, что нам нужно сделать? Use joystick to find small stone. Так, нам нужно найти маленький камушек. Ребятки, это у нас получается первая миссия, поэтому игрушка нам как бы помогает. И потом нам никто помогать, ребяточки, не будет. Не-не-не. Кстати, кто еще не поставил лайк, пожалуйста, ставьте и подписывайтесь на мой канал. Я буду вам безумно благодарен. Так, булочник нам нужно сюда поставить. Все, убегаем. Так, убегаем. Смотрите, как здесь прикольно. Все такое снежное. Это, кстати, новое обновление. Но что-то они, ребятушки, опоздали с этим обновлением, я вам скажу. Потому что здесь у нас за окном прям жаркое лето, можно сказать, скоро будет. Ой. Наверное, механизм сломается. Кстати, напиши в комментариях, хотел бы ты чаще видеть эту вот игру в сериях. Я просто редко, ребятушки, ее включаю. Ну и давай попробуем пройти с тобой еще одну миссию. Может быть, здесь уже будет немножечко что-то посложнее. Так, они как бы общаются между собой. Что мне нужно здесь сделать? Так, это типа подсказка, да? Click to enable... да, ребятки, это типа как подсказка, куда мне идти. И это можно все типа за рекламу сделать, да? Ну, прикольно. Давай посмотрим, что нам нужно здесь сделать. А, мне нужно кристаллик. Я, в принципе, думаю, что мы сейчас разберемся с вами. Так, find something to scare Misty. Найди что-то, чтобы напугать Misty. Так, найти что-то, чтобы напугать Misty. О, а вот это что такое? Так, дальше спрячь это в корзину. Есть. Так, берем и, наверное, тоже в корзину, да? Все, убегаем. Ну, в принципе, ничего такого сложного здесь не было, ребятки. Давайте-ка мы спрячемся за угол. Где она? Мы можем, наверное... Ага, я думаю, можно развернуть вот эту вот мини-картинку. Ребятки, Misty, она боится ящериц. Представляете? Она сейчас ударит себя по голове. Наверное, больно. О, еще и мушка подлетает, смотри. Садится ей на лицо. О, ребят. Ничего себе, вот это, конечно, сильный этот вот парнишка. Ребятки, это же хамелеон, да? Да, это хамелеон. Ну, а мы с тобой выполнили вторую миссию. Продолжаем играть игрушку Juice Run. И это у нас уже 8 уровень. Так... Аккуратненько выбираем только стаканчики нашего цвета. Ммм, какие вкусненькие. Ребятки, как вы думаете, красный стакан, это, наверное, стакан с томатами. Ну, здесь понятно, это лимонад. А зеленый, наверное... Ой, стоп, не туда пошел. Зеленый, это, наверное, какой-то киви, мне кажется. Так, давай, плюс 20. Немножко громче можно сделать, потому что очень тихо. Кстати, чтобы купить новый скин, мне нужно заработать 1800 кристалликов. У нас пока что только 500 имеется. То есть мне еще парочку уровней нужно, ребятушки, сыграть. Ну, либо, в принципе, можно за рекламу. За рекламу, как бы, открыть новые скинчики. Так, хорошо. Собираем еще кристаллики, они нам обязательно понадобятся. Кристаллики — это наши денежки. Сколько я собрал? Я собрал 18 кристалликов. Так, ладно, поехали. Видишь, игрушечка мне еще подсказывает, как мне лучше проходить, потому что, ну, это только первые уровни. Хотя я, ребятушки, в эту игрушку играю довольно-таки неплохо. И вот, в принципе, финиш, ребят. Отлично. Dinosaur Rampage. Я уже играл в эту игрушку, заработал немного денег, поэтому давай-ка мы прокачаем наши с тобой скиллы и поехали. 3, 2, 1. У нас есть 1,5 минуты, ребятки, чтобы здесь всех перемочить. Играем мы за Тирекса. Так, ой, мясо сразу. Эволюция такая мощная у нас с тобой. Так, куски мяса, это реально круто. Так, помимо того, что мы с тобой... кушаем людишек, нам еще нужно динозавриков уничтожать, вот таких вот. Так,
Он тоже 6 уровня, как и я. Мы с ним оба 6 уровня, так мне нужно стать 7, и вот тогда я его уже слопал. Класс. Мега силен. Да, мега силен. Так, тоже 7 уровня. Так, не могу, пока я его есть. Не могу. О, этого, а, все? А, нет, половина пути только пройдена, ребятки. Так, но я вижу, что здесь Т-рекс 8 уровня есть, поэтому нам лучше, наверное, с вами удрать от него. Он бежит за мной. Ребят, я не знаю, мы, наверное, с вами сыграем только... Так, этого я съем. Наверное, сыграем только один раз в эту игрушку. Наши противники такие сильные. Прямо очень сильные. О, 9 уровень. А, ты тоже 9 уровня, да? Я тебя не съем, к сожалению. Мы не можем друг друга съесть. Так, давай-ка я этот дом завалю. Тут сейчас куча людишек появится. Так, я уже 10 уровня, он 9, поэтому мы его съедаем. И у нас, ребятки, корона. Мы с вами съели, ну, всех наших противников практически. Head Monster Skibidi Toilet. Ребятки, нам с вами нужно перемещать джойстиком и вот так вот уничтожать наших камерменчиков. Так, давай. Бум. Держи удар в голову. Так, получай. Кстати, обязательно ставь лайк, если ты хоть раз играл в игрушку со Skibidi туалетами. Неважно, любую игру, ребят. Главное, чтобы там был Skibidi. Так. Получи. С первого раза всех уничтожили, прикольно. Так, игра предлагает посмотреть ролик, чтобы получить новую голову. Но мы можем, знаете, как ее выиграть, эту голову? Смотрите, мы можем ее купить за денежки. Либо мы можем колесо фортуны. Здесь обычно раз в день разыгрывается какая-то новая голова. Мы заработали, к сожалению, только деньги. И все. Следующий Lucky Wheel я могу покрутить только за рекламу. А, смотри, тут игра мне подсказывает, что мы можем что-то купить. Ракетку такую вот и ударить Биг Босса. Ну, прикольно. Так. Вот это легкие такие, знаете, слабенькие эти камераменчики. О, тут вообще легко. Оп. Сразу трипл килл. Да, ребятки, мы с вами уровни щелкаем прям как семечки. Так тоже, смотри, можно посмотреть рекламу и получить новое тело. Но не хочу. Тут, получается, есть скин на голову и скин типа как бы на сам туалет. На унитаз. А сколько там нужно денег? Я думаю, что у нас уже будет достаточно денег для того, чтобы купить себе новую голову. Давай попробуем. Так, магазин. Да, реально, ребят, мы можем купить с вами... Так... Голову. Ну, давай вот этого пацанчика. Все, отлично. Она что-то новое делает? Ну, не знаю, ребятки. Мне кажется, что она ничего нового не делает. Просто единственное, что меняется скин, как бы, и все. Так, тут, наверное, нижнего нужно ударить. Да, и просто они все посыпались. Ну, давай пройдем тогда хотя бы до 20 уровня. Тут у нас еще совсем немножечко осталось. Этого нужно ударить со спины. Есть. Так, тут тоже со спины. Просто лоб в лоб я его не ударю. У него щит есть. Щит мне не пробить. Так, ну тут, в принципе, легко. Отлично. Ну и давай пройдем еще один тогда уровень. Так. Бум. Готово. Die Hard. Очень прикольная игра. Нам дается 3 минуты для того, чтобы одолеть наших противников. Ну что ж, идем, наверное, мочить зеленого. Так, давай. Здесь нас двое. Мы его быстренько замочили и идем крошить его базу. Вообще-то очень прикольная игра. Так, вот еще минус один зеленый. И еще минус один зеленый. Давай-ка мы башенку сделаем свою. Так, все, одна башня наша. Но она пока нейтральная. Но я сделаю ее своей. Так, все есть. Вторая тоже, в принципе, наша. И первого мы с тобой одолели. Так, пока мы первого одолевали, смотрите, как синий развился, да? Он захватил очень много территории. Так, привет. Ой-ой. Есть, я его одолел. Захватываем эту территорию. Блин, меня уничтожили, ничего себе. Ладно, через 3 минуты мы восстанавливаемся. Так, поплыли. Поплыли, 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 и я уже здесь. То есть мы плывем очень быстро. Так, хорошо. Ой-ой, их здесь двое появилось.
Так, я хочу эту вышку забрать себе одну. Так, все, есть. Давай вторую вышку заберем себе. О, ребятки, все, выигрыш. Это было настолько легко. Я прям очень доволен. Так, давай еще откроем сундук. Что здесь у нас в сундуке? Здесь у нас, в принципе, прокачка. Больше ничего такого, ребятушки, нет. Можно просто прокачать нашу пушку, и она станет немного сильнее. Pet Simulator 99 в Роблоксе. Ребят, в эту игру сейчас играет 100 тысяч человек. Мне нужно выбрать два питомца. Ну, давай я выберу тебя, и я выберу тебя. Так, все. Вот такие вот у нас питомчики. И что нам здесь нужно делать? Так, ну, наверное, нам нужно собирать монеты. Смотри, они их сами лутают, да? Эти питомцы. То есть мне ничего не стоит делать. Они просто сами берут и лутают их. Так, игра предлагает мне купить. А может быть, я лучше вот этого куплю? Те, которые покруче, нет? Так, открываем питомца. Так, у нас получается банни. Так, а чтобы пройти дальше, мне нужно 900 монет заработать. Ну, в принципе, 900 монет мы с тобой без проблем сейчас заработаем. Давай я это, в принципе, и сделаю сейчас. Вот у нас уже 400. Тут вот какой-то чувак появился мощный. Так, 600 уже монеток у нас. Давай, и 900 есть. Покупаем. Покупаем новую платформу. О, ничего себе. Так, здесь я что, летать могу на этой штуке? Класс. Так, и у нас, смотри, новое яйцо доступно. Так, давай-ка мы откроем. Ну же. О, песик, класс. Открываем еще одного. О, даки. Супер. Это более редкий. Так, все, пока что не хватает денежек. Так, и какие у нас здесь питомцы? У нас только последние 4 питомца остаются всегда, да? И сколько мы сейчас будем лутать? Смотри, ну намного больше денежек, если честно. Так, а тут мы можем вот эти вот лутать штуки? Да, можем. Ребятки, вот такая прикольная игрушка в Роблоксе. Кстати, напишите в комментарии, хотели бы вы почаще видеть Роблокс на моем канале? Если да, пишите об этом в комментариях. Я лично обожаю играть в Роблокс, ребятки. Сейчас мы с тобой поиграем в игрушку под названием Coin Rush. У нас есть монетка. Вот чем больше у нас получается монеток, тем больше как бы у нас жизней. То есть, если мы раз врезаемся, мы теряем с тобой одну монетку. Если мы вообще не врезаемся, вот за эти монетки мы с тобой сможем купить себе со временем новый скин какой-то. Ну, не новый скин, а новую какую-то прикольную монетку. Их здесь, кстати, очень и очень много. Но пока что уровни довольно-таки легкие идут. Ну, все-таки первые уровни. Так, о, тут уже булыжники падают, смотри. Нужно аккуратнее. Так... Дверь закрывается, но мы с тобой успеваем проскочить. Я когда-то, ребятки, очень давно играл в эту вот игру, дошел прям до какого-то там чуть ли не до сотого уровня, то я хочу вам сказать, дальше будет довольно-таки сложно играть, если сейчас, в принципе, легко. Сейчас как бы здесь нет ничего такого сложного, просто аккуратненько управляем нашей монеткой. Аккуратненько вот так вот. Берем еще одну монетку. Вау! Вот это было очень быстро. Так, мы вроде бы собрали все, да? Все, что можно. У нас уже 11 монет, но пока что игра не предлагает нам что-то приобрести новое. Значит, наверное, не хватит пока что нам денежек на это, на все. Так, конструктор. Это какой-то лего, да? Кстати, у тебя есть лего дома? Если есть, поставь лайк. Либо, если ты его хочешь, тоже поставь лайк. Посмотрим, сколько таких ребяток. Так. Давай. Есть, проскочили. 5-й уровень завершен. У нас 15 монет. Давай посмотрим, может быть, я смогу что-то себе купить. Так, это что такое? О, да, действительно. Мы за 10 монет можем купить себе вот такую вот монетку. Смотри. Что это за монетка прикольненькая такая? С черепом? Каким-то. Так, хорошо. О, видишь, я же тебе говорил, что игрушка будет усложняться. Так, мы еще вроде бы пока что ни разу никуда не врезались. Так, это хорошо. Получается, следующий скин, это он стоит сколько там? 20 монеток. Вот, ну, мы с тобой вот уже довезли сколько. А, у нас уже 20 имеется, представляешь? А, нет, у нас только 10. У нас только 10 пока что. Угу, значит, нам нужно еще немножечко заработать. Этих монет, и мы можем купить себе новый скинчик. Так, опа, есть две монетки. И еще вот две монетки. К сожалению, одну упустил.
к огромному сожалению. 5. Отлично. Ну, давай пройдем еще один уровень. Окей. Больше ничего я такого купить не могу, да? Так, о, я могу еще за эту монету сыграть. Она у нас открыта. Кстати, доступна уже сейчас. То есть некоторые монеты мы с тобой можем покупать за денежки, а некоторые монеты мы с тобой открываем за уровни. Так, ай. Пропустил одну. К сожалению. Так, аккуратненько, аккуратненько. Сейчас, наверное, булыжники будут падать. Ну, это не булыжники, это чуть-чуть, что-то наподобие. И все, уровень пройден. Delayed one part. Ну что ж, поехали. Нам нужно удалять, стирать какую-то из частей, чтобы проходить данный уровень. Так, what is she hiding? Да, кстати, здесь по-английски пишет, будем с вами переводить. То есть было сказано, что она прячет. Она прячет булки, ребятки, вместо пресса. Так, что... Так, а почему она злится? А вот почему она злится, ребятки. Он просто взял швабру. Он решил помыть швабру. Так, кто из них изменяет? Я думаю, что из них изменяет... А, нет, кто из них... А, ну да, реально, кто изменяет? Ну, я думаю, что вот эта вот девушка, ребятки, она изменяет этому парнишке. Так, кто победитель? Может... О, ничего себе, посмотрите, что он сделал. Прям шедевр какой-то. Так, почисти футболку. Окей. Дальше. Вызови Джина или что? А, ребятки, смотрите, лайк, лайк, лайк. Обязательно ставьте лайк, кто еще его не поставил. Так, надо заделать эту дыру. Отлично. А это что такое? Это что-то бонусное? Что мы получили что-то бонусное, да? Ой, смотрите, что он нарисовал. Это был бонусный уровень. Так, она хочет новую машину. Новую или чистую машину? Ну, чистая машина, она же намного прикольнее. Так, кто из них врет? Я думаю, что ты врешь. А нет, ты не врешь. Ты врешь. Вот. Да, вот, видите, там прям соски были всякие. Так, что он делает? Я думаю, что он просто завязывал шнурок и все. Так, что внутри зеркала? Внутри зеркала, ребятки, вот такой вот лев прикольный. Так, найди курицу. Так, это курица, а это не курица. Find the werewolf, найди оборотня. Стираем здесь вот возле луны. Девушка-оборотень, ничего себе. Все, короче, она его съела. Дальше, кто она на самом деле? Я думаю, что она русалочка, да, ребятки. А как вы думаете, русалки существуют вот в нашем мире? Если вы считаете, что они не существуют, поставьте лайк. Так, нужно, наверное, стереть лица им, да? Ой, жесть, у него прям какое-то женское лицо. Так, найди девушку. Серьезно, а где она? Это ее постель такая, прикольно. Ребятки, хотели бы себе постель в виде пиццы? Так, почисть зеркало. Ну, окей, почистили. Дальше, найди мама Bear. Найди маму медведя. Так, что не так с этим самолетом? А это вообще самолет? Может быть, хвост лишний? О, да, ребятки. Ну, хвост, как у рыбы был. Так, дальше что-то здесь ненормальное. Да потому что, вот, смотрите, собака на костылях. Так, что здесь не так? Я думаю, что здесь не так вот что. Ну и давай еще пройдем один уровень. Так, это бонусный уровень. Так, стираем. И у нас получается вот такой вот миленький жирафик. Collect all items. То есть, собери все предметы. У нас имеется такая вот... как бы черная дыра, и мы должны с вами поедать вот эти вот пульки. И потом с помощью этих пулек мы будем, наверное, сражаться с боссом. Да, видите? Босс файт. Ой, прикольно, какой-то новый босс. И мы его уничтожаем, без проблем. И у нас открывается, получается, новая пулька. Ну, это прикольненько. Игра подсказывает, что нам нужно прокачать наши скиллы. Пока что мы это делаем за бесплатно. Поехали. А вот, в принципе, и пульки, которые... у нас открылись. Но сначала я маленькие покушаю. О, какой-то подарок, ничего себе, скин, класс. Голова льва. Так, у нас 7 секунд остается, давай. Есть. Ну, пульки мы с тобой, конечно, собрали не все, но их будет достаточно, чтобы этого босса одолеть.
Есть, видишь? Босс какой-то новый, и сейчас будет... Ух, ничего себе, смотри, снова новое оружие. Посмотреть ролик, чтобы оставить себе скин. Нет, спасибо, пока я не хочу это делать. У нас на балансе уже 2500. Так, давай-ка мы тогда купим немножечко прокачку. Все, пока что больше ничего я прокачивать не могу. Ого, ничего себе, смотри. Вот это у нас, конечно, рост идет. Так, там сундук я видел. Мы можем сундук этот открыть, и у нас будет новый скин. Давай. Не успею, наверное, съесть. Ребят, я не успел съесть достаточное количество пулек, чтобы уничтожить этого босса нового. На каждом уровне нас с вами ждет новый босс. Но хотя бы тех два мы с вами без проблем одолели. Spider Fight 3. Мы с вами остановились вот на данной миссии. Так, нам нужно, наверное, его отдубасить, да? Ой-ой-ой. Так, ничего себе. Здоровый такой чувак. Так, мы его замотали немножко паутиной. Можно его побить. Так, игра предлагает мне прокачать, наверное, какие-то скиллы. А что я могу здесь прокачать? Так, у меня здесь пока ничего не прокачивается. Так, нужно его замотать паутиной. Ну, в принципе, я его добью. У него мало здоровья осталось. Все, он готов, да? Как-то очень легко мы его дубасили. Смотри, меняем этого пацанчика на вот этого вот. И полетели. Ребят, а кто вам больше нравится? Железный человек или Человек-паук? Так, нам на низ. Бум! Ну, мы можем, в принципе, их руками отдубасить вообще как бы без проблем. Так, смотри, это доставщик пиццы. Кстати, обязательно ставь лайк, если ты хоть раз в жизни ел пиццу. Так, continue. Мне нужно довести, получается, ребятки, так, полетели, эту пиццу. Ничего себе, железный человек работает, ребятки, в доставке пиццы, да? Так, бум. Так, все, надубасил их, нет? Нет, еще не всех. Так, continue. Полетели. Полетели на новую локацию. Знаете, передвигаться с помощью железного человека намного проще. Так, на. Давай мы еще этих вот одолеем, будем открывать другую игру. Так, на, получи. И последний. Держи пушкой. Все, готово, мы его добили. Класс. Bones Masters. Ребятки, это у нас игра команд. Наших много человечков и нашего противника много. Хорошо, угол 11. Неплохо. Такой первый пристрелочный, да? Нужно, наверное, угол 13-12 выбирать. Мимо. Ну, мимо, но не совсем. Хорошо, моя очередь. Давай, 13... Ох, чётенько, просто супер, супер. Сейчас, наверное, угол 12 выберем. Перелет, отлично. Так, давай 12. Есть, просто суперски попал. Еще раз нам нужно, наверное, угол 12 выбрать. Отлично. Давай-ка, 12. Давай, 12. Есть. Финиш. Ну давай, попробуем. Сейчас мы его закиляем. Так, 12. Ой, а что-то я смазал, я не понял. Здесь что, нужно было какой-то больше угол выбрать? Так, 12 же работал. Так, ну давай 15. Да блин, снова смазал. Окей, давай-ка мы сразимся с тобой
С этой вот девушкой. Играть я буду за короля. За короля я еще не играл. 32 метра от меня. Ну, значит, угол, наверное, нужно 12-й выбрать. Давай попробуем. Давай. 12-й угол. Ох, неплохо, неплохо. Дракончик вонзился в нее, да? Мимо. Отлично. Давай, уровень 13-й. Угол, точнее. Ну, 14 тоже нормально будет. Есть. Все, и крышка? Нет, еще на один выстрел ее хватит. Давай еще 14-й угол. Давай, 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 давай. Опа, есть. Headshot. Finish her. Ну, давай. Так. Полетел. Троном раздавил ее. Класс. Spider Insect Run. Мы должны с тобой поедать мух и прокачиваться. Так, я уже муравей. То есть я, получается, как до второго уровня, я могу поедать муравушек второго уровня. Ой, и мне нужно что? Я максимум до пятого уровня могу докачаться? Да нет. Слабо мне, конечно, в это верится. Так, мы с тобой заходим в портал. Чего? И мне нужно дойти прям до босса? Серьезно? А как я до него дойду-то? Я с такими, конечно, со своим третьим уровнем, до него мне нужно долго будет идти. Ладно, прокачиваем нашу мушку. И мушка превращается в муравья. Хорошо, тут у нас какие-то бустики еще даже есть. Мы уже третьего уровня с тобой. Четвертого, класс. А, нет, видишь, здесь много пауков. Они просто тогда вот не прогрузились. Так, прокачиваем еще паучка. Мы уже стартуем с третьего уровня, класс. Этого типа я могу освободить? Ну, наверное, за рекламу. Так, я уже пятого уровня паук. Почти что шестого. Сейчас мы, наверное, с тобой можем в портал попасть. Или нет? Смотри, есть Storm, мы можем купить еще какие-то дополнительные скины, да? Либо пауков. Можно купить. А ну давай, я попробую купить тебя. Не хватает денег, да? Не хватает денег, потому что у нас только 18 монеток. Можно попробовать через уровень купить себе паука посильнее. Ребят, когда-то давно играл в подобную игрушку, но она очень круто обновилась. Это скорее всего, та, в которую я играл. Там тоже за пауков нужно было играть, но единственное, что тут скины совсем другие. Намного круче. Так, ящерица, это бонусный уровень, мы можем поиграть в него. Там тоже, кстати, есть такие же самые бонусные уровни. Поехали! То есть эта ящерица съедает все на своем пути. Ммм, какое вкусное! Какие вкусные насекомые! Мы, кстати, с тобой дополнительные денежки зарабатываем здесь. Ничего себе, какой уровень долгий. Прям мега долгий уровень. И смотри, мы заработали с тобой достаточно много денег. Так, уничтожить нужно еще босса. Star Girl. Девушка-суперзвезда. Это прикольная игра, в которой нам с тобой нужно делать выбор. Смотри, это наш, как бы, бойфренд. И его околдовала другая. Мне нужно его вернуть. Так, варианты ответа. Тебе не видны варианты ответа. Давай я сделаю так, чтобы ты их видел. Мотоцикл либо машина. Выбираем пока что мотоцикл и поехали. И поехали. Мы сейчас их догоним. Ну уже... О, это было верное решение. Хорошо. Идем дальше. Так, тут какая-то типа у них свадьба собирается произойти, да? Слишком громко. Не люблю, когда игра меня перекрикивает. Смотри, либо лестница, либо вот эта вот штука. Ну давай выберем. Разбить дверь. Давай, бум. Что, это верное решение, да? Да, я думаю, что это верное решение. Идем дальше. Проходи, путь свободен. Эй, ну-ка верни живо этого парня ей. Так, крабики. Ну, давай, наверное, мы станцуем здесь. Опа, просто перепрыгиваем их. Я думал, может быть, лучше люстру на них уронить, но нет. О, смотри, уровень пройден, класс. Мы пока что с тобой еще ни разу не ошиблись. Да, все время поступаем только правильно. Сейчас ты у меня получишь. Так, водой брызнуть, либо... Давай водой брызнем.
А, нужно просто снять с него гипноз. Видишь, она, получается, его как бы загипнотизировала, вот эта вот девушка. Смотри, снова загипнотизировала, он снова идет к ней. Так, давай зеркало поставим. Ой, она сейчас себя загипнотизирует. Все, она влюбилась в себя, в свое отражение. Отлично. А мы с тобой идем дальше. Пока нам так везет, я хочу еще парочку уровней пройти. Мы отправляемся куда-то в путешествие. Но здесь чисто, я не знаю, либо красное, либо синее. Ну давай выберем синюю, допустим. Здесь просто непонятно, какую лучше машину выбрать. Смотри, мы поступили верно. Прикольно. Так, она сломалась. А может быть и неверно. Нет, неверно. Видишь, все-таки нужно было выбрать красную машину. Давай, выбираем красную. Красная, наверное, рабочая. Но здесь чисто, ребятки, на везение. Да, видишь, красная сработала. Ой-ой-ой, аккуратно, не врежьтесь, пожалуйста. Так, зачет. Что здесь нам с тобой нужно сделать? Мы попали на остров. Так, ей нужно переодеться. Снова смотри, что выбрать. Либо этот, либо этот. Какую из этих палаток? Ну, давайте синюю палатку выберем. Если тогда была красная машина, может быть, сейчас синяя палатка, то что нужно? Нет, ребятки, синяя палатка – это мужская палатка. Crowd Battle 3D. Я обожаю эту игрушку. Нам нужно выбирать только тех человечков, которого мы цвета являемся. То есть, если мы желтые, мы выбирать можем только желтых. Умножаем все на 4. Ого, 80 человечков. Класс! 99 человечков. Давай, 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 проскочат. Ну, мы проскочили. Часть проскочила. Но только одна часть. Небольшая. Так, разрушаем замок. Разрушаем замок. И оставшиеся человечки стреляем ими в кристаллики и зарабатываем себе, получается, как бы дополнительные деньги. И за эти деньги мы будем прокачивать себе скиллы, либо покупать скины. Смотри, если еще глянуть рекламу, можно было, конечно, рубануть очень много деньжаток. Но я не люблю, ребятки, смотреть рекламы. Так, choose your reward. Выбери вознаграждение, и мы выиграли еще шапку новую для себя. Так, давайте прокачаем силу выстрела и поехали. Я, конечно, мог бы посмотреть, может быть, мы там какой-то новый скин могли бы выиграть. Ну ладно, может быть, позже глянем. Так, плюс 7, плюс 9. Ой-ой-ой-ой, множитель 4. Множитель 4, это классно. Так, 166 у нас человечков. Давай. Фух. 166 и довезли до финиша. Так, давай. Бьем то, на чем она стоит. Это башня. И еще 100 человечков, ребятки, забрасываем в этот вот кристаллик. У нас 2000 кристалликов. Покупаем себе гем-бонус и пауэр-бонус. Поехали. У меня, кстати, вот новая накидка на голове. Как у Юлия Цезаря. Ой-ой-ой-ой-ой. Врезались немножко. А можно переиграть как-то этот уровень? Просто мы там потеряли много человечков, а такие врата были прикольные. Множитель 6. Так, аккуратненько обходим эти тентишки. Тентишечки, пятерочку мы тоже облетаем. Так, 50 человечков мы только с тобой до финиша довели. Маловато, маловато как-то. Но главное замок сломать. Это наша основная цель. Сломать замок. Ну и давай-ка пройдем тогда еще один уровень. Если бы я взял ту тройку, я бы сразу бы проиграл в самом начале, представляешь? Было бы немножечко обидно, конечно же. Так, множитель 4. Ого, 172, это реально много. 172 человечка. Вот там я сейчас еще парочку подсобираю. Это, наверное, рекорд. Я столько сегодня еще не собирал. 189 человечков, почти что 200. Бьем по основанию, и все, замок разрушен. И 142 человечка выстреливаем в этот кристаллик. Auto Diggers. Классная, ребятки, игрушка, где мы с вами играем за вот такой вот бурчик. Кстати, здесь, если мы будем смотреть рекламу, у нас будет очень много этих вот этих бурчиков. Прям безумно много. Пока что игра нам и так, в принципе, достаточно их предоставляет, чтобы мы смогли пройти уровень. Все. Есть. Первый уровень мы с тобой прошли без проблем. Так, поехали. Приступаем ко второму уровню. О, тут уже тентишки появляются. Класс. Они нам, в принципе, тоже помогают.
Смотри, плюс 40. Ого, 40-ка, ну это много. Пробуриваемся потихоньку. И снова, наверное, уровень пройден, да, есть. Пока что без рекламы играем. Мы, кстати, собираем блоки. С помощью этих блоков я смогу потом построить себе какой-то типа как домик. Мы как бы здесь расстраиваем свою деревушку. Так, давай пойдем. Еще плюс 40. Есть. Смотри, как эпично все разрушается. Прям очень красиво. Мне прям нравится. Блока. О, вот смотри, о чем я тебе говорил. То есть, вот это типа как наша деревушка. Вот, и мы строим домики. То есть, домиков нам нужно построить довольно-таки много. Ну и блока у нас здесь, в принципе, за каждый уровень достаточно дают. Так, поехали дальше. Смотри, мы начинаем зарабатывать с тобой кристаллики. За эти кристаллики я смогу покупать себе новые буры. И я смогу их прокачивать как бы. Смотри, все, видишь, мои буры сломались, потому что они слабые. Я до плюс 20 не дошел. Поэтому мы сейчас с тобой прокачаем этот бур. И он уже второго уровня, то есть он стал сильнее. Ну, более прочный. Быстрее мы начали прокапываться, и более прочные бурчики такие, да? Так, поехали. Сил, в принципе, нам должно хватить с тобой. Плюс 20. Да, хватило. И я еще хочу пройти один бонусный уровень. Вот, бонусный уровень. Так, раз, два. Прокачиваем наш бур до третьего уровня. И поехали. Так, смотри, плюс 10. И, кстати, если я сейчас посмотрю рекламу, я опущусь очень низко. Ну, давай. Смотри, плюс 60. Класс. Давай еще пятнашку возьмем. Вот еще пятнашечка. Но я, наверное, больше не буду пока смотреть рекламу. Давай попробуем до плюс 20 дойти. Я думаю, что мы сможем. Отлично. До плюс 15, наверное, не дойдем, потому что очень сложно было пробуриваться. Ну и так, в принципе, неплохо. Новая крутая игрушка под названием Happy Glass. Я еще в нее на этом канале не играл. Короче, суть игры заключается в том, что мы с тобой должны начертить так это все, чтобы наши стаканчики были полные. Ну, сейчас вообще легко. Просто вот так вот делаем. Есть. Изи. Нужно ровненько это все сделать. О, супер, смотри. С третьего раза прошел. Фух. Тут, в принципе, тоже легко. Смотри. Что здесь сложного? Здесь вообще ничего не было сложного. И сейчас я... Знаешь что? Давай пройдем еще один классический уровень, и мы сыграем с тобой бонусные уровни. Ну, что здесь играть, ребят? Вы что, издеваетесь? А смотри, подсказка. Но я не могу использовать эту подсказку, потому что... О, есть. Я не могу использовать подсказку, потому что мы играем без интернета. Так, ну тут просто делаем вот так вот. Такую типа как бы стояночку для стаканчика. Отлично. Скоро эта бутылочка будет полная. По-моему, когда она будет полная, мы тогда с тобой можем сыграть бонусные уровни, которые пока что нам еще недоступны. Так. Водичка сейчас будет затекать нам в стаканчик. Нам главное, чтобы он был полный, и все. О, зафиксировали, да? Зафиксировали платформу. Все, по идее, у нас открыт бонусный уровень. О, нет, еще не открыт. А как долго нужно играть, чтобы его открыть? Ну, зато мы поменяли с вами цвет водички на желтый. Сейчас она желтая, а была синяя. Давненько мы с тобой не играли в зубу. Поэтому давай поиграем. Привет. Ну, мне желательно, конечно, всю оружку здесь сначала найти. Так, это прокачанная моя оружка. Это немножечко посильнее. Ой, Никс, привет. Есть. Закиляли там одного. Но мне нужно вот это вот взять. Эту штуку мне нужно срочно взять. Так, и мне нужно аптечку взять. Давай. Так, лечимся. Еще лечимся и сваливаем. Так, бугая мы сейчас замочим. Все, минус бугай. Так, есть, аптечка моя. Отдай мне сюда ее. Ой-ой-ой, вот это месиво. Ладно, я пока что лучше свалю. Я свалю, потому что
У меня очень мало здоровья здесь. Так. Так, мне нужно здесь здоровья побольше чуть-чуть. Банку. Мне нужно банку забрать. Давай, забираем банку. Отлично. И мне не мешало бы еще хотя бы одну баночку. Ой, класс. Так, и хилку. Привет. Привет, привет. Так, горилла, подожди, подожди, тут горилла. Лучше свалить от нее пока что. Так, ну я, в принципе, сейчас ее даже добью, наверное, мне кажется, ребят. Я ее добью сейчас. Все, есть. Берем хилку. И нас остается здесь совсем мало, в принципе. Ой, минус пингвин, отлично. Так, сваливаем, вот еще одна хилка. Так, рубим, 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 рубим. Так, привет. Давай, 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 нужен, нужен, нужен. Добил, добил, отлично. Отлично, нас двое осталось. Я эта штука, ой, я эта лисица. Я думаю, сейчас мы ее добьем, ребятки. Что? Нет. Я, к сожалению, взял второе место. Но второе место, в принципе, тоже, я считаю, даже довольно-таки круто. Продолжаем играть с тобой в Roblox. Это у нас Pet Simulator. У нас вот такие вот прикольные питомцы. Так, это какое-то вознаграждение мне игра дает. Так, что мы можем сделать? Так, это мои питомчики. Так, вот мы можем что-то выпить, да? Это, наверное, какая-то зелька. Так, как мне это все закрыть? Есть. Смотри, у меня, в принципе, не так-то много денег. Так, давай возьмем скейтборд. Так. И мы с тобой дошли вот до этой вот платформы. Давай будем, в принципе, тут лутать. Все, вот тут, смотри, денежки посыпались прям рекой к нам с тобой. Если бы, конечно, мне какой-то подписчик подкинул бы питомцев покруче, вот это было бы круто. Очень круто. Давай мы, знаешь, что, наверное, с тобой сделаем? Мы, наверное, с тобой откроем следующую платформу. Так, покупаем. Есть. Идем дальше. Тут мы, наверное, сможем больше зарабатывать деньжат. Но единственное, что мне, наверное, ребятки, все-таки питомцы должны быть у нас посильнее. Потому что они такие, знаете, слабенькие, слабенькие пока что. Давай мы заработаем хотя бы 10 тысяч и пойдем покупать себе новых питомцев. Ой, смотри, тут еще что? Что это такое? Какой-то ошейник. Ого, ничего себе. Питомцы, наверное, стали посильнее. Ну, не знаю, посильнее стали они или нет. А денег мы с тобой начали зарабатывать больше. Ладно, пойдем тогда. Мы немножечко обновим наших питомцев. Вот, мы можем покупать с тобой новое яйцо. Так, поехали. 1,5 косаря яйцо стоит. Так, мишка. Мы можем купить... Ну, нам нужно 4 яйца как минимум купить. Так, это у нас лисица. Это получается, мишка у нас лучше, чем лисица, отлично. Но мне бы тигреночка, конечно. Так, снова мишка. И последнего давай купим. Так, снова мишка. Хорошо, поехали. Вот смотри, как они сейчас будут лутать. Смотри. Ну, здесь, конечно, мало монет лутаем. Идем дальше. В последнюю платформу. Так, смотри. О, да, вот сейчас денежки у нас к нам посыпятся рекой. Открываем следующую локацию. Вау, смотри, у нас, в принципе, какой-то телепорт уже образовался. Итак, игра предлагает нам купить несколько дополнительных бойцов. Вау, ничего себе. Первое обновление, да, ну как не обновление, а первая прокачка нашего бойца. Так, ну что ж, мы с вами сражаемся... Очень громко. Мы с вами сражаемся против каких-то рыб. И в первом раунде, конечно же, мы их выиграли. Ребятки, у нас здесь с вами 150 уровней. Вы представляете? Так, давай-ка мы прокачаем сейчас, наверное, лучника. Да. Он уже стал немножечко сильнее. И еще я могу купить одного пехотинца. Давайте мы пехоту с вами как бы немножечко наперед выставим. Ребят, если вы новенький на моем канале, то смотрите. Мы играем... буквально по 3-4 минуты каждую игрушку. Если игра прям очень-очень классная, могу сыграть даже 5 минут, но это очень редко бывает. Обычно я играю минутки 3 каждую игру. Так, хорошо, поехали дальше. Мы сейчас с тобой прокачаем еще одного нашего бойца. Вау, у него добавилась дубинка. Класс.
То есть и сражаться мы будем против рыб. Ну, еще одного лучника купим. Пока что я еще ни одной рекламы не смотрел. Через уровень у нас будет сражение с боссом. Я думаю, что этого босса мы обязательно одолеем. Я просто хочу с ним сразиться, с этим боссом. Смотри, можно смотреть рекламу и зарабатывать прям очень много денег, но пока не хочу. Ежедневное вознаграждение. Игрушка мне подбросила еще одного бойца. Спасибо ей за это. Так, это у нас получается что? Она мне лучника подбросила, да. Мы сейчас еще прокачаем с тобой лучника. И у него тоже уже вот дубинка появляется. Но это хорошо. И, в принципе, пока что это все, что я могу купить. Интересно, этими силами мне получится сразиться с боссом? Сейчас мы посмотрим. Если получится, будет очень хорошо, и мы еще там уровень сыграем. Если не получится, ну, откроем другую игрушку. Я думаю, что все-таки нам получится. Кстати, за босса нам дадут очень много денег. Прям очень много денег, особенно даже если я смотрю рекламу. Так, девушка-босс. Девушка-босс, и я думаю, что нам желательно... Так, ну вот еще дополнительные денежки у нас здесь есть, но, к сожалению... О, нет, все-таки я могу себе купить еще одного бойца. Ну так, знаете, для отвлечения маневра. Так, поехали. Это девушка TV-вумен, да? Ой, ребятки, а мы ее одолели с вами без проблем. Классно. Следующая безумно залипательная игрушка называется Grow Run, где мы должны с вами собирать вот таких вот малышей. Кстати, если тебе меньше 10 лет, тогда обязательно поставь лайк. Ребят, как вы думаете, дети, которым меньше 10 лет, их можно называть малышами или нет? Или, наверное, все-таки нет. Ну, короче, если тебе меньше 10 лет, обязательно поставь лайк. Посмотрим, сколько таких ребяток. Но этим явно меньше 10 лет, ребят. Этим младенцам, наверное, где-то... Сколько? Ну, наверное, полгодика, да? Может быть, даже еще меньше. Но если они сидят, наверное, им полгодика. Если у вас есть какие-то младшие братья либо сестры, то можете написать в комментариях, что Алексис, если ребенок выглядит вот как-то так, вот это значит, ему уже, наверное... Ну... Даже, наверное, больше, чем полгодика, ребятки. Ну, я не знаю. Так, ладно, поехали дальше. Ой-ой-ой-ой-ой. Я думал, я уже их потерял, но нет. Ребяточки, мы их не потеряли. У нас их здесь очень много. Это, я так понимаю, цвет кожи. Смотрите, у нас здесь будут чернокожие, какие-то смуглые, ну и белокожие, ребятушки. Мы с вами в основном, наверное, белой кожи. Скорее всего, большинство. И я думаю, что... Люди, которые чернокожие, мало меня смотрят, потому что это в основном Америка, там Африка, вот такие вот страны, там европейские какие-то там страны, но меня в основном смотрят страны СНГ. Так, ой, как здесь... Даже один лишний! Эй, а кто заберет этого маленького дьяволеночка? Ладно, прокачиваем доход, поехали. Блин, классная такая игра, ребятки, она такая легкая, залипательная, я кайфую от таких игр, знаете, можно прям расслабиться немножко. Кстати, там вот клешня такая была, она хотела украсть моих деточек, но нет, никому я их не отдам. Ангелочков моих, давайте сделаем всех вот таким вот, пусть у них будет светлый цвет кожи, как у нас. Так. Ой-ой, сейчас мы, наверное, я думал, сейчас молот пройдется. Ой, блин, смотри, несколько детей улетело куда-то. А куда они улетели? Куда-то очень далеко. Смотри, какие они все разные. Кто-то демоненок, кто-то ангелочек, кто-то какой-то вот бизнесмен в шляпе. Ну, короче, ребятки, прикольная игрушка. Я хочу еще один уровень сыграть и будем открывать с вами другую игрушку. Давайте мы еще один уровень пройдем. Еще порадуем немножечко родителей. Прокачать я пока что здесь ничего не могу. Ничегошеньки. Смотри, пчелки. Пчелки потом превращаются в ангелочков. То есть у них, получается, меняются костюмчики. Так, а сейчас какой будет костюмчик, интересно, у ангелочков? Дьяволята. Ладно, тогда были светлокожие, сейчас у нас будут темнокожие красавчики, вот такие вот. А после дьяволят у нас получается что? Что это такое, ребят? Ой, так, мы их не разбудили. Часть из них спят, часть из них не спят. Так, выбирайте, кого хотите. Берите сонного, берите несонного. Но здесь, наверное, останется очень много малышей. Один только. Один, как обычно, остается. Растение против зомби. И вы только посмотрите, ребятки, сколько у нас здесь с вами солнышек. У нас здесь их очень и очень много. Поэтому мы X2 скорость выбираем и погнали. Погнали крошить. Все, на нас наступают зомби. Так, можно еще, в принципе, ставить какие-то баррикады. Так, давай, укрепляемся. Ставим баррикады там, где их еще нету.
Смотрите, какое мочилово, ребятки. Это просто мега мочилово. Кстати, большое спасибо подписчикам, которые посоветовали мне скачать растение против зомби, где очень много денежек. Кстати, мы с вами можем попрокачивать свои растения, они будут намного сильнее. Также мы можем вот за денежки вот так вот делать, смотри, вот. Видишь, это все делается как бы за денежки, но... Ну, я не хочу, знаете, использовать эту вот штуку. Это прям очень читерски как-то получается. Так, мы с вами открыли карту. Класс. Ну, уровень как-то очень быстро прошелся, поэтому я хочу пройти еще один. И что же нам с вами нужно сделать в данном уровне? Так, нажимаем на плюсик. Ага, то есть мы получается, можем за денежки покупать себе эти штуки. Ой, ну класс, у меня денег довольно-таки много. Это очень хорошо. И сейчас начинаем строиться. Так, солнышки мы здесь с вами не строим, потому что у нас здесь их реально очень и очень много. Так, ну что ж, поехали. Давайте, ребятки, ставить баррикады наши. Так, x2 скорость. Так, давай так вот сделаем. Бум. Так, сюда. Ну и... Ладно, забирай эти солнышки, они мне, в принципе, не нужны. Забирайте, забирайте. Так, на, получите. Да, отлично. Так, давай еще вот так вот рубанем немножко. Здорово. Ребят, вам вообще нравится игрушка растения против зомби? Потом дальше у нас будет реально очень много... Так, давай. Да, блин, не туда поставил баррикаду. У нас будет очень много, ребятки, прокачанных здесь растений. Прям очень много. Так, смотрите, посмотрите, сколько их наступает. Так, ну мы можем за денежки их вот еще купить. Без проблем. Вот так вот, смотри, можно их выносить. Бам. Еще раз. Бам-бам-бам-бам-бам. Разрядили, да, в них обойму. Можно даже блок вот так вот поставить. Так, давай-ка мы возьмем еще одну штуку. Так, сюда тебя. И вот так вот все сделаем. Все, да? Уровень пройден. Снова уровень пройден, и у нас доступно новое растение. Класс. Туалет Монстр Зомби Баттл. Ребят, мы с вами должны крошить скибиди туалетов. Ну ладно, пошли на охоту. Привет. Ой-ой-ой-ой-ой. Как же громко-то. Так, все. Смывайтесь. Ребятки, обязательно ставьте лайк, если вы... О, все, я прошел, я уже их перемочил. Обязательно ставьте лайк, если вы хоть раз играли игрушку Скибиди Туалет. Неважно, какую. Тут у нас 45 уровней, это пока что 6 уровень. Ready? Да, я всегда готов. Погнали крошить этих унитазов. Так, давай их просто мега быстро закиляем сейчас все. Вот это мочилово, ребят. Так, что там еще? А, ты хотел со спины напасть на меня, да? Еще я вижу где-то одного. Где-то еще один вот вроде бы есть. Ой-ой-ой-ой! Ой, прям ударил меня раз. Ну, у меня довольно-таки много здоровья, ребят. Он мне ничего явно не сделает. Кстати, здесь можно покупать новую пушку. Попробуем с вами сейчас новую пушку купить себе. Для 7 уровня. Так, погоди. Ой, а что это такое? Что это было? Короче, я что-то активировал? А, половина, смотрите, перебил. Половина туалетов погибла, да? Так, вдребезги. А тут помимо этих туалетов еще что-то будет появляться, интересно? Давай попробуем еще пройти с тобой один уровень. Если здесь, ребятки, не будут повторяться монстры, ну, то есть будут какие-то новые, то мы еще пройдем парочку уровней. А если они будут повторяться, то будем открывать другую игрушку. Но пока что только у нас... Вот такие вот зомби-скибиди-туалеты на нас нападают, и все. И пока что это все. Так, привет. Ну, там еще целая куча туалетов. Все? Да, ребятки. Ну, здесь новых монстров нет. Wild Runners. Новая крутая игрушка, в которую я еще не играл. Ну что ж, поехали. Так, играем мы за такого вот прикольного Bugs Bunny. Давайте назовем его так. Так, это что такое? Это какая-то суперскорость у нас активируется, да, сейчас? Так, а ну. Вау, ничего себе! Ну, на секунду, как бы мы рванули. Так, это булыжник, которым мы можем стрелять. Так, это капкан, который мы оставляем с тобой. Так, ну прикольно пока что. Пока что мне все нравится. Давай, Bugs Bunny! Вперед! Тут у нас, смотрите, всякая водичка есть, но я думаю, что в нее нам лучше, конечно, не становиться. Так, грибочек. И прыжок!
Ребятки, вот уже, в принципе, финиш. Да ладно, я прям всех обошел. Да, неплохо. Ну, это только первый уровень, если честно. Так, первое место. Я безумно счастлив. Что игра предлагает мне здесь? Может быть, что-то купить? Какой-то есть, какая-то коробка есть, смотри. Ой, новый бегун. Ребят, прям как в Роблоксе, ничего себе. Ой, как в Бравл Старс. Так, а поменять бойца? Давай на нового бегуна. Так, вот такой вот слон у нас прикольный. Ну и давай так, пауэр. Это что, можно типа прокачать скиллы, но пока не хватает на это денег. Давай попробуем тогда выиграть еще во втором раунде. Кстати, игрушка, ребятки, онлайн. Может быть, даже мы играем с реальными людьми. Ну, может быть, первый раз я играл с ботом, но сейчас, наверное, будут реальные люди. Так. Ой-ой-ой. Уже немножко сложнее. Так, булыжник-то у меня как бы есть, можно его истратить, но я думаю, когда вы первый, то вам булыжник особо без надобности. Мне лично так кажется. Ребятки, пожалуйста, если вы досмотрели до этого момента, но еще не поставили лайкосик, я буду вам безумно благодарен, если вы это сделаете. Я думаю, что капканы лучше ставить, ребят, на мостах. Ну, я не знал это, будем сейчас знать. Так, ускорение. Хорошо, опа. Так, булыжник можно истратить. Ну, ребят, без проблем мы с вами снова пришли к финишу первыми. Неужели мы реально играем с людьми? Может быть, даже да. Так, смотри, за рекламу прокачать зайца. Не хочу. Так, новое пока что ничего не могу открыть. Ну, давай, знаешь что, давай попробуем пройти еще один уровень. Давай, вот, решающий, закрепляющий третий уровень. О, карта новая, класс. Здесь постоянно новые карты. Это меня реально очень сильно радует. Так, берем эти плюшки. Булыжник. А ну, давай попробуем кого-то булыжником зарядить. На, получи. О, класс. Вообще, мне понравилось. И, как ни странно, я здесь еще ни разу не свалился. Вот, в капкан влетел, ребят. Кто-то поставил капкан, а я в него влетел. Так, ускорение. Так, меня подбили булыжником. Видите, когда вы не первый, тут можно немножко пострадать. Так, я капканчик поставил некоторым ребятам. Так, булыжником я не попал того первого, который до финиша бежит. Ребят, мы пришли с вами вторые. А если я прихожу второй, то мне засчитывают победу какую-то? А, да, здесь главное вовремя прийти. Крафтсман Супер Хироз. Вы подумаете, что это обычный Локи Крафт, либо наподобие Майнкрафта. Но нет, ребятки, смотрите. Допустим, мы превращаемся с вами вот в этого паренька. Это у нас Капитан Америка. Смотрите, сразу сколько здоровья у нас получилось. Так, прыгаем мы вот так вот высоко. Смотри, опа, видишь, несколько блоков можем пропрыгнуть. Так, у нас, в принципе, есть меч. И, кстати, здесь новые животные немножечко. Они отличаются от тех животных, которые в Майнкрафте. Давайте вот, допустим, медведя мы ударим, какого-то гризли. Гризли, ты что, издеваешься? Ты посмотри, сколько у меня здоровья. Ну все, мы его замочили. Но мне здесь нравится вот этот вот парнишка, это у нас Iron Man. Опа, и смотри, что я могу делать. Я умею летать. Да, я умею летать, когда я железный человек. Жалко, что я не могу, ребятки, еще посмотреть именно внешний вид своего персонажа, но он умеет летать, и это реально радует. Также он умеет стрелять. Вот смотри. Так, погоди. Но здесь нужно еще нашариться, как бы пользоваться этими всякими плюхами. И отходим, отходим, отходим. Бум! Смотри, что там было. Короче, нужно нашариться, ребятки, нужно нашариться. А это что такое? Это наш пестик. Получается, мы можем стрелять. Это мышка? Ребят, это мышонок, посмотрите, миленький мышонок. Ну что, как вы думаете, подстрелить мне его или нет? Ребят, о, я дом нашел какой-то, ничего себе, вот это я долетался, понятно, почему здесь мыши. Так, давай возьмем меч и пойдем посмотрим, что находится внутри этого дома. Кстати, ты рад, что я того мышонка не тронул? Если ты рад, то поставь лайк, пожалуйста, потому что он такой миленький был, если честно. Так, не темно? Давайте-ка немножко поярче, может, сделаем. Ой. А что случилось? И я хочу взлететь, посмотреть, что там вверху. Да, практически получилось, но... Ой, тут какой красивый солнечный закат, ребятки. Очень красивый солнечный закат. И давай. Ну уже есть. Да блин, снова отпрыгнул. Да что ж ты будешь делать-то?
Я не хочу отпрыгивать, я хочу прямо на башню приземлиться. Есть, ребят, наконец-то. Спустя очень долгое время мы с тобой все-таки забрались на башню этого здания. Давай поменяем на Капитана Америку, потому что он не так сильно прыгает. И, ребятки, наверное, что здесь с вами мы и заночуем, потому что уже темно, не хочу никуда идти. Давайте будем открывать пока что другую игру. Что это такое? Эй, давай. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Замочим этих зомби. Либо кто это такие, какие-то скелеты. Короче, ребят, игра очень классная, открываем пока другую. Это у нас зомби-качер. И у меня на максималках прокачано абсолютно все. Ну, потому что, посмотрите на мои эти скиллы. Так, ладно. Давайте-ка мы будем с вами немножечко этих зомбариков ловить. Привет. Все, поймал вообще на изи. Так, давай погнали дальше. Так. Привет. Ой-ой. Приветики, приветики, мой цветики. Ты куда убежал от меня? Куда вы вообще все от меня убегаете? Так, змея. Смотри, change weapon. Давайте-ка мы... Да, блин! На! Улетела отсюда. У меня есть еще вот такое вот оружие, ребятки. Оно, кстати, очень быстро перезаряжается и мощно стреляет! А-а-а! Прыжок! Но я лучше его вот этим вот, ребятки... По стариночке поймаю его своей сеткой. Так, смотри, мы получили с тобой две этих штуки, но у нас их миллионы. У нас их миллионы, давай мы вернемся в наше кафешко, в нашу кафешку и немножечко прокачаем здесь все, что здесь можно прокачать. Так, вот, отлично. Игра подсказывает мне, что зомби у нас уже найдены, поэтому... Джекпак у меня есть, да? Наверное, что да. Ну да, есть, я же умею летать, смотри. Ну, как бы не сильно, но вроде бы, я думал, что я умею летать. Так, привет. Сразу троих поймали, вообще без проблем. Классно, да? Классная оружка, если честно. Ой. Так, ты меня подбила, да? На. Ребят, давайте-ка мы подобьем эту крысу летающую. Она на меня летит. Да блин! Что за управление такое жесткое? На, уйди отсюда. Надоело мне. Так. Пиу. Ой. Давай. Еще раз. Готово. Все, 5 из 5. Здесь больше нету никого. Больше нету никого, серьезно. Давай-ка мы еще покрошим с тобой немножечко зомби. Вот они найдены. Сейчас мы их быстренько просто переловим. Так, раз. Ой, это другая ружка. А почему другая ружка? Ну ладно. Другая так другая. Я, в принципе, из этой оружки их всех поймаю. Опа! Дабл килл. Так, и последний, походу, да? Не вылезешь, слишком близко нахожусь. Все, пятый. Пятый из пяти, ребят, просто супер. Райс Мастер, крутая гонка, где мы с тобой должны взять первое место. Поехали! Так, я пока что шестой, да? Неужели шестой это последний? Ну, ребят, подождите, моя тачка сейчас разгонится немножко, они сейчас еще немножко повлетают куда-то. Так, все, минус один. Мы пятые. Одного конкурента выбросили, да, за борт. Так, ой-ой. Я уже четвертый. Уф, чуть с трассы не слетел. Ребят, если вы досмотрели до этого момента, но еще не подписались на мой канал, пожалуйста, подписывайтесь. У меня каждый день выходят вот такие вот подобные видосики, где мы играем с вами в крутые мобильные игрушки. Но также буду вам благодарен, если вы поставите мне свой царский лайкосик. Ну а мы взяли первое место. Заработали 100 денежек. Из этих 100 денежек мы можем либо машину себе купить, либо мы можем прокачать имеющуюся у нас машину. Давайте-ка, все, смотри, она прокачанная на максималках. То есть максимальная прокачка. Что-то в внешности поменялось у нее? Вроде бы даже ничего не поменялось. А, смотри, мы можем уже эту прокачивать заново, да? То есть машина поменялась немножко. И карта поменялась. Ну ладно. Мы снова шестые. Хорошо, давай попробуем выиграть сейчас. Так, опа. Третий. А, не, четвертый. Я четвертый пока. Ну, карта прикольная, если честно. Управление здесь еще мне нравится в этой машине. Мы просто управляем пальцем, ребят. Просто пальцем вводим туда-сюда. Давай. Козуй! Бэм, давай подрежем ее. Я хотел ее подрезать, но видишь, когда я подрезаю, у меня, наверное, падает скорость. Так, бум. Фу, еще не врезался. Как ни странно, я еще ни разу не врезался.
Так где же тут финиш? Где он, финиш? Где ты? Я уже... А, я уже первый! Я даже не заметил, ребятки, как мы снова с вами приехали первыми. Ragdoll Break Destroy All. Короче, нам нужно уничтожать с вами этого вот скелета. Давай мы, наверное, раскачаем вот эту вот фуру. Вот так вот. Опа! И она падает... Бум! На бедненького скелетика и просто крошит его в дребезги. Так, что сейчас? А сейчас, наверное, просто... Я потянул ему за руку, и он погиб. Бедный скелетик. Так, ладно, давай мы поднесем его к этой дубинке. Так, мимо. Пока что мимо. Бам! Получи. Бедный скелет. Так, на него мы сейчас бросим... Что? Это тонна, ребят. Это тонна. Представляете, что будет, когда тонна упадет скелету на голову? Да, ребятки, головы просто не будет. Так, ведра какие-то. Давай мы позабираем с тобой часть этих ведер. Давай. Да блин. Как мне их? Может вот так вот подбросить как-то? Так, он вроде бы упал, но ничего не случилось. Давай-ка мы его сами подбросим. Он головой ударился об ведро, ребят. Ну это было больно. А что здесь? Что здесь? У нас два парня. Так, получи по голове. И получи еще ты по голове. О, смотри, на телеге. Давай. Иху! Погнал, чувак. И в невесомость. Да он выжил. Ну, что издеваешься? Как это он выжил? Мне приходится его постоянно добивать. Ну, такая, знаете, игра недоработанная. Вот что могу сказать, она недоработанная. То есть, вот, все, обратно погиб. Ну, давай еще уровень тогда пройдем с тобой. Что мне здесь нравится, так это то, что здесь очень прикольные уровни. Так, это зонтики какие-то, прям очень острые зонтики. Это у нас Tom Time Rush. Прикольная игрушка. Это типа как мой говорящий Том «Бег за золотом». Но только Томик попал, ребятушки, наш в эпоху динозавров. Да, вот как-то так вот. Посмотрите, здесь все такое древнее. Но динозавров я пока что здесь еще не видел. О, смотри, привет. Ну вот и динозаврики. Вспомнили про них, и они сразу появились. Так, это что у нас? Это дабл какой-то мега мощный прыжок. Так, смотри, мы можем туда свернуть, либо сюда. Ну, давай-ка сюда свернем. Тут у нас одна дорожка. Только прямо. Ребятки, мы будем играть с вами одну жизнь. Всего-то навсего одну... О, не, давай еще немножко сыграем. Блин, я хочу еще. Так, смотри, мы что-то с вами открыли. О, класс. А что это такое? Да ладно, другой мир какой-то, да? Точно, это, наверное, какой-то другой мир. О, смотри... Это уже более какая-то развитая эпоха. То есть это уже типа эпоха каких-то пиратов. Да? То есть оказывается здесь их много. Я думал, что мы будем только в эпоху динозавров с вами играть. Но нет, видите. Тут у нас есть эпоха, скорее всего, пиратов. Потому что вот замок какой-то. Это явно, конечно, не наш цифровой век. Ой, пушка, смотри. Вау. Ну, прикольно, прикольно. Все-таки хорошо, что я врезался, ребятки. Так, прыжок. Если бы я не врезался, я бы и дальше бы играл бы в том мире. Мне, конечно, хочется сыграть в нескольких мирах. Так, что ты делаешь? Эй! Пакостит мне. Почему ты мне пакостишь? Прыжок! У-у-у, класс! Я вообще обожаю раннеры, ребят. А хотели бы, чтобы я сделал подборку из раннеров? То есть мы могли бы с вами поиграть там Том Бег за золотом, допустим... Миракалаус, тоже очень прикольный раннер, мне нравится. Можно было Subway Surf сыграть, Princess Surf. Да, если вы хотите какую-то подборку, допустим, раннеров, хорроров, там, зомби, там, еще каких-то игрушек, напишите в комментариях, какую бы вы хотели подборочку. Так, смотри, идем в портал. И мы с вами попадаем снова в век динозавров, да, ребятки, это у нас эпоха динозавриков. Так, оу, щищ, снова врезался. Passenger Express Train, и вы только посмотрите, сколько здесь людей, ребятки, в нашем с вами парке. Нам нужно их, как бы, немножечко обслужить. Так, давайте, проходите, мне бы желательно какого-то помощника бы себе купить. Так, а сколько он стоит, этот помощник? А ну, давай посмотрим. Так, 800... Что? 800 денег? Блин, это довольно-таки много. Вот, кстати, за рекламу я... О, стоп! 800? Спасибо.
А нет, не 800. Поехали. Мы, получается, смотрите, привозим с вами людей, и потом, чем больше людей в нашем парке аттракционов, да, тем больше денежек мы заработаем с вами. Кстати, поставь лайк, если ты тоже хотел бы побывать в каком-то парке аттракционов. Например, где-то в Диснейленде, да, либо там еще где-то. Обязательно ставь лайк, и у тебя все получится, тебя родители отвезут. Ну, либо сам поедешь когда-то, когда вырастешь. Так, и вот еще людишки у нас есть немножечко. Подбираем их, вот еще подбираем этих. И довольно-таки много людишек мы привезем в наш парк аттракционов. Так, спасибо большое. Кстати, за то, что мы их привозим, мы, естественно, зарабатываем деньги. Денег. Нам нужно побольше. Так, 105. 105 деньжат не хватает. Так, 105. Тут сколько? Так, 60. Да блин, вы издеваетесь. Ну давай, давай я сам поработаю. Так, сейчас, заходите, катайтесь. Просто сюда надо поставить какого-то перца, и они будут автоматически обслуживаться. Давай. Есть, наконец-то. А, за рекламу, серьезно? А без рекламы нельзя? Нет? Только все за рекламу? Это печально, если честно, ребятки. Если честно, это печально. Я-то думал, что без рекламы можно сюда поставить какого-то перца. Вот как этого я поставил без рекламы. А оказывается, что нужно, ребятки, за рекламу. Блин, не хотелось бы, конечно, смотреть много рекламы. Ладно, давай еще привезем немножечко людишек с тобой. Отправляемся в путь. Так, здесь еще... Главное не врезаться! Да ладно, блин, поезд врезался в машину и разлетелся. Это бы машина разлетелась, мне кажется. И мы потеряли с вами всех людей, которые были... Которые были у нас на борту. Что здесь делают машины? Вы скажите мне, пожалуйста, там, где ездят поезда. Что они там забыли, а? Эти машины. Так, ну, привез я на этот раз не очень много людишек, но, ребятки, денежек у нас здесь, да, маловато. А здесь я могу кого-то нанять? Тоже все за рекламу, ребятки. Мы можем их нанять, но только за рекламу. Как же печально. Ну, в следующий раз я, ребят, наверное, буду смотреть рекламку, чтобы у нас здесь все на автомате работало, да? Сейчас мы с тобой поиграем в Roblox. Режим называется Zombie Defense Tycoon. Короче, смотри. Нам нужно с тобой, получается, расстраивать нашу базу. Смотри, доход мой увеличился на несколько долларов. Так, наш доход 29 долларов в секунду. Это вот наша база. Здесь вот наступают на нас зомби. Так, давай-ка мы возьмем денежек. Все, взяли денежки. Вот зомби, видишь, наступают. И вот наши бойцы. Но я думаю, что нам нужно тебя прокачать. Все, смотри, мы его прокачали. Он уже стал немного сильнее. И все, зомби не прошли. Так, и 400 денежек мы с тобой заработали. Но здесь игра постоянно подсказывает, что нам нужно строить. То есть мы здесь не можем строить то, что нам хочется. Мы строим только то, что игра нам говорит строить. Вот смотри, кровать. Смотри, 32 доллара, да, а было 29, по-моему, было. То есть вот так вот мы с тобой, получается, расстраиваем нашу базу. Кстати, ты любишь играть в Roblox? Если любишь, я могу почаще у него играть. Так, смотри, 700 денежек мы заработали. Все. Снова появились дополнительные денежки, и игра предлагает нам что-то купить. Но я бы, знаешь, что бы сделал? Я бы, наверное, поставил бы еще себе... Так, это все за робоксы, да? Я бы поставил бы себе еще, наверное, каких-то бойцов, если честно. Вот видишь, несколько зомби, вот... А, нет, мы всех поймали. Я думал, что несколько зомби все-таки, ребятки, спаслись. Так, что тут нам построить нужно? Снова в этой же самой базе, в этом же самом здании. Так, kitchen мы построили с тобой, и вот еще кое-что построили. Так, 38 долларов наш заработок. А зомби все наступают и наступают. Ну, прикольненький, конечно, режимчик. Здесь, видите, ребятки, здесь очень много донатов. Так, можно, наверное, что-то поставить. Так, за денежки, смотри, можно за... Вау, можно какие-то... Ребят, я сейчас поставлю себе нового паренька, смотрите кого. Так, 2000. Да, видишь? А раньше я не мог сюда никого ставить. Ну, сейчас установим. Давай за три штуки вот этого вот самого крутого поставим. Сейчас просто меня немножечко денежек не хватило. Я думал, что он стоит немножечко меньше. Так, все. Сейчас мы с тобой его установим. Так, есть. О, смотри, какой парниша. Неужели он будет мочить? И его можно прокачать? А за ним можно как-то? За него можно управлять? Так, я хочу уже посмотреть, когда зомби пойдут. Так, смотри, идут зомби. И что он делает? Эй, парни, дайте что-то и ему. Пожалуйста, оставьте что-то и вот этому вот. О, да, он стреляет, смотри, с пулемета. Класс.
Очень классно, ребят. Ну, короче, вот такая вот прикольная игрушка в Роблоксе. Можете написать в комментариях, может быть, вы хотите, чтобы я там конкретно какую-то другую игрушку сыграл в Роблоксе, и я обязательно, ребятушки, ее сыграю. Ну, а пока что данный ролик я буду заканчивать. Кому он понравился, подписывайтесь на мой канал. С вами был я, Алексис. Я желаю всем удачки и пока!